Мы спускаемся на 12-метровую глубину. Идем в самые толщи вечной мерзлоты. И это уже чувствуется. Пора утепляться. Вот и спустились. И смотрите, кто нас встречает. Мама Айтона, Дима, вернее, вот точная копия. Оригинал планеты в Санкт-Петербурге. Дима живет в Америке. Нашли его в 1975 году на границе Якутии и Магаданской области. И вот эта данная находка была в том, что... Василь!